Привет, это Автозвук Картель. Сегодня в этом видео рассмотрим магнитолу с механическими регулировками и мультицветной подсветкой боковых кнопок. Лицевая панель магнитолы выполнена из закаленного стекла, поэтому магнитола не царапается и не боится морозов. Видео речь пойдет конкретно про магнитолу, однако на базе этой магнитолы можно собрать комплект на любой автомобиль, оснастив его необходимой рамкой и комплектом проводки. В составе комплекта есть силовая проводка, которая зависит от модели автомобиля, и обязательно это комплект РЦА проводов, где есть выход на САП, тыл, выходы на переднюю камеру и так далее. Есть два выносных USB в бардачок, есть отдельный выход для камеры заднего вида, выносная GPS-антенна и выносной дополнительный микрофон. Для подключения к интернету у магнитолы есть Wi-Fi, а также поддержка 3G, 4G модемов в слотах USB. Также есть Bluetooth модуль последнего поколения, который позволяет синхронизировать ваш телефон, принимать звонки, совершать звонки и прослушивать музыку прямо с телефона, переключая ее с мультируля. Особенность модели – это RGB-подсветка боковых клавиш, которая позволяет подобрать оттенок штатных кнопок. Магнитола имеет возможность смещения сцены, включения-выключения функции Loud и также 10-полосный эквалайзер с предустановленными вариантами звучания. Магнитола имеет галерею из сотни платных сменных лаунчеров, а также здесь есть 3 бесплатных лаунчера. Помимо этого, вы можете установить любой лаунчер, который вам привычный из Play Market. Радио с памятью более 30 станций, ну и, конечно, Яндекс.Навигатор с голосовым помощником Алиса и возможностью работы с офлайн-картами. Отмечу, что голосовой ввод работает только при наличии интернет-соединения. Преимущество Android-системы в том, что нам доступны тысячи приложений с Play Market. Отдельное видео у нас есть на канале. Это топ-5 полезных приложений для магнитолы. Здесь и онлайн-ТВ, и антирадар, и онлайн-радио. Подробнее, вернее, ссылку на это видео вы можете найти сверху в подсказке. То есть на магнитолу можно установить такие же приложения, как и на телефон. Хочу отметить очень важную для магнитолы особенность – это экран. Здесь установлена IPS-матрица. Это означает, что изображение не имеет инверсии цветов под любым углом. Оно более яркое, чем экраны TFT. И на таком экране информация воспринимается проще в яркую солнечную погоду. Видеообзор на данную модель подходит к концу. Если вы хотите продолжить просмотр и изучить другие модели, нажимайте на это всплывающее видео.